В Буркина-Фасо распускается парламент и создается переходное правительство. Об этом объявил представитель вооруженных сил страны. Массовые протесты в Уагадугу в четверг приняли насильственный характер. Группа манифестантов ворвалась в здание парламента, разгромила его и затем подожгла. В стране будет действовать комендантский час. Национальная ассамблея распускается правительство. После консультации со всеми партиями будет создан переходный орган. Возвращение к конституционному порядку ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Причиной протестов стало намерение президента Буркина-Фасо Блеза Компаоре провести референдум по изменению Конституции, что позволило бы ему вновь быть кандидатом на президентских выборах в следующем году. Компаоре правит страной уже 27 лет. Ранее в четверг действующий президент Буркина-Фасо объявил о распуске правительства и введении в стране чрезвычайного положения. Сообщается, что в центре Уагадугу сохраняется напряженная обстановка. Неизвестно, где находится Блез Компаоре. Лидер оппозиции Зеферин Диабре потребовал отставки президента страны и отверг введенный им режим чрезвычайного положения.